работать. Да, то, что вы сейчас сделали, давайте, вот. По очереди двойку катайте. Время, время. Смотрите. Вы заметили, что, в принципе, вы пытаетесь быть издалека, да? Ну, расстояние немножко, да, но расстояние немножко, вы не подобрали дистанцию, так что все-таки это была не вот эта сверхдальняя дистанция, на которой вы еще, ну, в силу технических моментов, вы еще не можете прыгнуть настолько. Но сам момент, сам факт, все хорошо же было, но у вас все равно идет первичное, немножко тянущееся движение рукой, левой. И поэтому задняя нога ваша, она чуть отстает, она здесь шире. Ты готов ударить справа, но почему у тебя левый, правый удар ниже левого получается? Шире ноги, у тебя ты ушел. При двойке, двойка что она дает? Двойка дает, смотри, двойка это заряжание правого удара. В первую очередь. Ты передней рукой сокращаешь дистанцию, должен зарядить правый прямой. Каким образом? Зарядить правый удар. Оказаться на правой ноге. Я не двумя ногами прыгаю вперед. То есть я понял. На правой ноге, да, не двумя, да. Ты не специально не двумя ногами. Вот это чуть-чуть левой рукой. Давай, допрыгни до меня. Подпрыгни без рук. Из челнока двигайся. Все, подпрыгни в меня, имитация ногами, да, на заднюю ногу, вот, не надо прямую, да. И теперь имитация правого удара, на носках остаться, двигайся. На носках остаться, а ты на пятку прыгнул. Ну, мягче, а вот теперь ударь эту двойку, вот так же ногами сделай, вот видишь, ноги встали. Все, левая нога, все, давай, пошел двойку, пошла. Ну и что ты, видишь? Ты не достал до меня левым ударом. Я даже на месте стою. Не надо далеко, чуть ближе будь. Вот. Вот, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Вперед, назад, да. Опусти еще заднюю. Вот, вот, вот. Разгрузи переднюю ногу, да. О. Ну, давай, вот, 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 вот. Проверяем. Видишь, ушла немножко левая нога. Будешь падать. Правильно? Давай еще раз. Останови левую руку. Остановись на левой руке. Еще раз, пошел вот. Разверни. Видишь, нету разворота. Значит, у тебя рука опередила. У тебя нет массы на правой ноге. У тебя не развернулась нога. Она должна развернуться на 90 градусов была. Так ты не можешь делать, потому что правая нога где находится? Смотри, когда... Нет, она за тобой. Она на одну линию. Во! Ты взял вот такое движение, видишь? Чуть-чуть. Одна половина, вот левая половина, смотри, подпрыгивает. Смотри, у меня как ноги широко остались. Кручи, как бы попой ударь меня. Давай еще раз, раз, два. Оп. Ну а ты бить будешь кулаком? Чего ты ждешь-то? Ты прыгаешь и потом, смотри. А, Ром, ты сильно делишь. Я прыгну, а потом ударю. У тебя разделение большое. Ты просто начни прыгать ногами, и кулак уже пойдет. Не дели, что потом кулак пойдет, ясно? Он идет сразу, но начинают ноги. Подними кулак. Давай. Ну, правый. Пошел правый. Вот, уже интереснее. Отпрыгнул вращением. Да. Только вверх обеими ногами, а не одной. Еще раз двигайся. А забираешь левую руку. Еще раз. Пошла двойка. Раз. Левый остался. Раз. Раз. Вот не забери левую руку. Оставь левую там, прыгай с правым ударом. Прыгай. Вот, 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 вот. Вот он ты. Да, прям туда заваливаешь. И отвращением отпрыгиваешь. Видишь, осталась левая нога. Давай. Еще раз. Очень важный момент. Не забери левую руку. Да. Раз, два. И давай не замирай в памятник на ударах. Пошел еще раз. Доставай. Ну. Забрал левую руку. Роб. Оставь левый кулак. Руки меняются.
Это длина, короткий удар. Успеет он за ногами. Еще раз слева. И не напрягайся. Свободно кинь руку. Не надо выпрямлять кулак. Пошел. Крутись. Вот смотри, видишь, опять что произошло. Ром, вот ты левый, когда ударил, оставляешь кулак, поворот. Вот, вот этот переворот, да. Да. И второй момент. Не надо вперед на правом прыгать сильно. Раз, подпрыгни просто вверх. Ну, скрутиться вот здесь. Не надо. Ты уже достал до противника. Он за вот это время никуда не денется. Не надо сильно прыгать вперед. Вверх. Просто вверх подпрыгни на правом ударе. Давай еще раз. Подними левый кулак. Давай. Ну, плечо переворачивай. Крути. Ты выпрямляешь руки, дорогой мой. А? Раз. Вот что ты делаешь. Просто втыкай кулаки. Да, сжать кулаки. Сжать кулаки. Вот так. Подверни кулаки. Вот так. Вот так хочу. Да. Давай. Вот. Уже лучше. Ну, держать ногу. Еще не понимаю. Еще раз. Бей двойку, бей лево-право. У тебя нет бедра на левом. Ты не крутишь бедро на левом ударе. Не будет левого вот этого бедра. Ты вот что делаешь. Имитацию, пяточку тут крутишь и кидаешь. Ты пробиваешь, это масса туда втыкается. Ты пробиваешь эти руки за счет чего? За счет вот этого впрыгивания. Крути жопу, все тело крути. Еще раз. Прыгай. Крутись. Крути еще больше. Вот ты должен развернуться. Ты за счет этого себе заряжаешь правую. На правую ногу. Давай, давай, давай. Держи кулак. Пошла двойка. Опять. Только просто справа прыгнуть. Левая двойка. Пошла. Левой, правой. Двигайся. Почти. Ну давай, раз, два, быстрее. Крути. Лево. Во-во-во, быстрее. Вверх. Туда. Бей, 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 Рома, бей. Вперед. Уходит правая рука. Держи кулаки глазами. Очень важно, чтобы она не вот здесь тебе висела, а вот тут была. Она вот здесь, начинаешь себя плечами тащить. Держи кулаки. Веди, бей кулаками, глазками. Раскрутись. Раскрути бедро левое. Пробить меня надо, Рома. Пробить, не до меня допрыгнуть, а через меня пролететь. Крути левое бедро, плечо. Разворачивай плечо туда, вперед. Прыгай левый прямой. Прыгай. Во! Чего ты ждешь его? Вот ты должен был прыгнуть его. Еще раз. Прыгай. Прыгай еще раз. Вернулся на место. Прыгай левый прямой. Вот ты на локоть должен. Еще больше. Развернуть надо вот здесь. Давай правую ногу правее. Давай быстрее. Подними кулаки. На задней ноге, скажи, останься. Вот оттуда бей. Вот уже интереснее. Ну, нога. Вот не забирал бы сейчас, вот чуть-чуть бы не забрал левый кулак, стал бы правый туда бить. Вообще бы идеально. И не поднимай плечи, забудь ты о плечах. Кулаки вставляй. Вот встанет кулак, вот эта косточка, сжатый кулак, значит и плечо встанет. Давай еще раз. На задней ноге. Двигайся. Пробивай через меня. Пошел. Не дергай перед ударом. Не надо вот этого движения. Сразу туда. Подними кулак. Бей. Быстрее. Оставить левый кулак. Основной момент на самом деле, видишь? Ром. Не дели. Это мы для мозга разговариваем, что да, пятка, бедро. Но плечо-то, посмотри, кулак пошел, раз плечо пошло. Правильно? А у тебя возникает такая ситуация. Я сейчас прыгну и потом ударю. Это в самом конце подбой уже приземления. И второй момент. Я не забираю левую руку. И опять, если ты ждешь, пока твой кулак пойдет, останавливаешь его, то у тебя происходит вот это движение. И только потом ты начинаешь пытаться включить плечо. Оно до суда уже включается. Оно до суда уже идет. Раз, два. Видишь, кулаки меняют здесь.
но плечо, это уже крутится чуть-чуть. А этому еще вот до сюда, до фронтального, дойти надо, чтобы локоть стал раскрываться. Фу. Не дели. Ноги, нога, прыжок, кулак одновременно. Просто невозможно взять линейку, рассчитать, понимаешь? Оно делается, смотри, ну начинается просто оттуда. Попробуй ударить двойку. Пошел, быстрее. Уже интереснее. Только движение. Зачем ты вверх прыгаешь? Вперед, назад, вперед, назад. Еще раз. На тебе, а. Опусти заднее плечо. Давай, давай, двойка пошла. Опять, видишь? Вверх движение. Левый ты куда ударил? На каком уровне себя? Вот твой удар на движение должен быть. Вот твой должен быть. Давай еще раз. Правую ногу правее. Прыгай и бей. О! Втыкай кулак сильнее. Ну, левая нога развернулась. Налево ударил, левый остался. Раз. Бей. Молодец. И вот теперь прыгай ногами, а левую руку не забирай. Прыгай. Во! Вот почти получилось. Вот этот момент не забирания левой руки. Посмотри, левая нога не развернулась. Ясно? Еще раз. Вставляй левый кулак, вставляй. Давай, 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 давай. Не нужны прямые руки на ударе. Кулаки вставь. Ладно, пойдет. Мысль понятна? Да, спасибо. Все, пользуйся. Давай.